19 декабря 1973 года в Кремле состоялось необычное награждение. Капитану, еще месяц назад старшему лейтенанту милиции Александру Попридухину, вручали звезду Героя Советского Союза. Капитан милиции Александр Иванович Попридухин. Он задержал и обезвредил 4 особо опасных преступников. За свой подвиг коммунист Попридухин первым среди милиционеров... Это была первая звезда героя, полученная сотрудником МВД в мирное время. Официальная версия награждения – задержание особо опасных преступников в парке культуры имени Горького. Любого, решившегося разгласить истинные причины этого события, ждали большие неприятности. На самом деле, капитан Попридухин и еще 4 милиционера приняли участие в первом в истории страны штурме самолета с заложниками. Но преступниками оказались 4 подростков. Причина захвата – попытка бегства в США. Абсурдность этого преступления заключалась в том, что к захвату их подтолкнула музыка, запрещенная в СССР группой Led Zeppelin, и фильмы про индейцев. Ноября 1973 года в стране шли последние приготовления к празднованию 7 ноября, очередной годовщины Октябрьской революции. Сообщение о захвате самолета застало партийное руководство страны врасплох. Не было ясно, какому ведомству придется отвечать за проведение операции. В аэропорт Внуково, куда угонщики посадили самолет для дозаправки, выехали одновременно министр внутренних дел Николай Щелоков и председатель КГБ Юрий Андропов. В начале 70-х между ними уже существовало негласное, но очень жесткое противостояние. Их машины почти одновременно мчались к аэропорту Внуково по Ленинскому проспекту. В этот момент еще не были известны ни имена угонщиков, ни их возраст, ни то, что именно в этом районе Москвы преступники разрабатывали все свои планы. Бандитов, захвативших самолет, было 4. Все они, кроме одного, Виктора Романова, несовершеннолетние. Виктор Романов, 20 лет, образование среднее, трудового стажа нет, проживал на Ленинском проспекте. Именно он выступил инициатором захвата. Владимир Жалнин, 16 лет, москвич. После окончания 8 классов учился в автомеханическом техникуме, проживал на Ленинском проспекте. Владимир Жалнин был дворовым товарищем Виктора Романова. Петр Бондарев, 16 лет, однокурсник Владимира Жалнина в техникуме. Отец работал мастером на станции технического обслуживания «Москвич». Александр Никифоров, 16 лет, учащийся автомеханического техникума. Отца нет, жил с матерью и младшей сестрой. Так как же 4 подросткам удалось захватить самолет? И почему они это сделали в той благополучной стране с мощнейшей системой государственной безопасности? Начало 70-х. В советской истории период победившего развитого социализма. Глава государства Леонид Брежнев начинает диалог с Западом. Кажется, что гонка вооружений заканчивается. Внутри страны такое же полное ощущение стабильности. Но цена этой стабильности – полная изоляция от внешнего мира. Кумачевые лозунги призывают народ к единству с партией. Личная жизнь граждан под контролем парткомов и правкомов. Произведения искусства проходят утверждение худсоветами. Все, что не совпадает с коммунистической идеологией, изымается цензурой. Вокруг страны непроницаемый железный занавес. Советские люди уверены, безработица и терроризм возможны только где-то там, на загнивающем Западе. Виктор Романов увлекался западной рок-музыкой. Но для его времени это было не просто увлечение, это был своеобразный протест. В начале 70-х по телевизору крутили похожие друг на друга песни советских исполнителей. Не прожить мне в этом мире. А где-то далеко на Западе группа с загадочным названием Led Zeppelin играла совсем другую музыку. Виктору казалось, что эту музыку сочиняют люди из совершенно другого, свободного мира, где нет постоянного контроля, нет никаких обязательств, никто не заставляет заниматься тем, что тебе неинтересно.
Все, что там нужно делать, оставаться самим собой. Этот далекий мир был для него самой сокровенной мечтой. Только музыка на какие-то мгновения избавляла его от социалистической реальности, которую Виктор ненавидел. Музыке он посвящал все свое время. Но достать записи западных кумиров в то время было практически невозможно. Связь за границей была довольно жесткой. Она очень контролировалась. Сева Новгородцев, ведущий радиостанции BBC. Родился в Ленинграде, в 1973 году был джазовым музыкантом. Два года спустя эмигрировал из СССР. Это было исключительно радио, только короткая волна. И в основном было две или три музыкальных станции. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Ночью тайком включить радиоприемник. Поймать русскоязычную волну и, может быть, послушать любимую музыку. Для Виктора Романова все это было равносильно глотку настоящей свободы. Мы слушали джаз каждый вечер. Это как «Отче наш» Уиллис Кановер, который говорил «This is voice of America» роскошным баритоном. Передачи «Голоса Америки» рассказывали о свободной жизни на Западе. Здесь можно было услышать новости, которые были недоступны обычным советским гражданам. Со временем у Виктора Романова все сильнее развивалась ненависть к советской системе и желание любым способом уехать за границу. Но это было совсем непросто. Выражение «поездка за границу» в Советском Союзе произносилось с особым трепетом. Лишь единицы уезжали в загранкомандировки. Простые граждане могли попасть за рубеж только в составе туристической группы. Для турпоездки нужно было членство в партии или хотя бы безупречные характеристики с места работы. Ни того, ни другого у Виктора Романова не было. Он только что демобилизовался из армии, нигде не учился и не работал. В то время это называлось тунеядством и преследовалось Уголовным кодексом. К Романову не раз приходил участковый, грозил насильно трудоустроить или выселить из Москвы. Конечно, для побега за рубеж существовал еще один выход – эмиграция. Несмотря на закрытость границ, из Советского Союза уезжали известные люди, не ставшие мириться с режимом. Александр Солженицын, Иосиф Бродский. Их отъезды обычно сопровождались шумной кампанией в западной печати. Но никому неизвестный поклонник творчества Led Zeppelin, попробуй он привлечь к себе внимание, попал бы не на страницы иностранных газет, а прямо за решетку. Романов понимал, что ему нужно искать другие средства. Однажды в программе «Голос Америки» Романов услышал об угоне самолета из Праги братьями Гавелка. Угрожая расстрелом пассажиров, Гавелка вынудили чешские власти заплатить им $1 миллион и выпустить в Австрию. Романов понял, вот его шанс. Этот случай широко освещался. То есть идея в воздухе витала. С конца 60-х годов в разных странах мира начались угоны пассажирских самолетов. Не стал исключением и Советский Союз. К сожалению, все идет в одном русле. Если там нарастают эти события, то они будут и у нас. Юрий Федосеев. В 90-х годах начальник московского уголовного розыска. В 1973-м старший оперуполномоченный. То есть мы ждали, что у нас такие явления будут происходить. Происходить все чаще и чаще. В октябре 1970 года двое вооруженных преступников, отец и сын Бразинскасы, угнали самолет в Турцию. Убили бортпроводницу, ранили двоих пилотов. Однако турецкие власти по политическим соображениям бандитов не выдали. Это спровоцировало других перебежчиков. За месяц из Советского Союза были угнаны еще два самолета. Воздушный бандитизм представляет серьезную социальную опасность. Это фрагмент служебного фильма, снятого по заказу МВД 7 лет спустя. Борьба с угоном воздушных судов – дело исключительно сложное, требующее активной, целенаправленной подготовки специальных органов и служб. К 80-му году уже будут созданы специальные службы. А тогда, в 73-м, единственной мерой безопасности станет сопровождающий рейс вооруженный сотрудник милиции, замаскированный под пассажира. Мы специально не сохраняли в тайне это дело и договорились с Министерством гражданской авиации, что это
будет широко, так сказать, распропагандировано. Николай Цыганник. В 70-е годы начальник ГУВД на транспорте МВД СССР. Мы считали, что это и является сдерживающим фактором. Правда, на коротких внутренних рейсах милиционеров в штатском не было. Считалось, что потенциальные террористы узнать об этом не смогут. Виктор Романов понимал, для того, чтобы реализовать идею братьев Гавелка, надо тщательно готовиться. У него уже был один единомышленник – дворовый товарищ Владимир Жалнин. Его отец и брат сидели в тюрьме за разбойное нападение. Мать пила. Владимир вырос на улице. Вечером с друзьями шел в парк Горького. Там в темных аллеях играли на гитаре, пили вино, цеплялись к прохожим. Жалнина не волновали западные свободы. Его воодушевляла сама идея вооруженного захвата. Это настоящее приключение, не то что отобрать кошелек у пенсионерки. Жалнин учился в автомеханическом техникуме, и по предложению Романова он нашел среди своих однокурсников еще двух подельников. Петр Бондарев был молодым любителем красивой жизни. «В человеке все должно быть прекрасно», – цитировал он Чехова. Правда, переначивал на свой лад, особенно брюки. В то время джинсы были мерилом престижа. Только их счастливые обладатели могли рассчитывать на успех у сверстниц. Но полки магазинов были забиты уродливыми ботинками производственного объединения «Луч» и мешковатыми костюмами фабрики «Большевичка». За итальянскими сапогами километровые очереди. Джинсы втридорога, из-под полы. В продаже появились бразильский «Левис» такой. Виктор Шепелев. В 1973 году учащийся автомеханического техникума. Однокурсник Бондарева и Никифорова. Да, он стоил 121 рубль, официальная цена была. Уходили они рублей по 250 от этой цены. Тогда это были большие деньги. Месячная зарплата инженера составляла 120 рублей. Но отец Петра Бондарева работал мастером на станции техобслуживания. Он мог заработать такую сумму за один день, выполняя левые заказы. Время от времени отец дарил сыну какую-нибудь модную импортную вещицу. Но Петру этого казалось мало. Петр считал, там, где люди могут покупать красивую одежду свободно, его жизнь станет красивой, легкой и интересной. Четвертый преступник, Александр Никифоров, пожалуй, меньше других подходил на роль террориста. Среди однокурсников он считался тихоней. Он был очень незаметный. Настолько незаметный, что мы даже не могли определить, был он сегодня на занятиях или не был. Такой, ну, как серый мышонок. Я говорю, как полудевочка, полумальчик. От презрения сверстников Саша убегал в мир иллюзий. Сидя один на задней парте, он изо дня в день рисовал индейцев. Это увлечение было не случайным. Диким Западом в те годы бредили многие. В прокате шли фильмы восточно-германской киностудии «Дефа» с югославским актером Гойко Митичем. Он стал кумиром миллионов советских мальчишек. Кроме того, весь 73-й год в советской прессе не утихали страсти вокруг инцидента в американском городке Вунда-Дни. Там индейцы племени Сиу с оружием в руках выступили против притеснений. Гордых сынов Америки белолицый брат сделал паяцами и скоморохами. За гроши выступают они на ковбойских праздниках. Саша написал наивное заявление на имя секретаря комсомольской организации техникума с просьбой отправить его в Америку для борьбы за свободу индейцев. Естественно, в ответ услышал только насмешки. На угон самолета Саша согласился без колебаний. Это был шанс доказать, что он не мышонок. Вместе они приступили к подготовке. Сначала определили сумму выкупа – 1,5 миллиона долларов США. Всем без обсуждения было понятно, что они полетят именно в эту страну. Затем выбрали марку самолета. Остановились на скромном Як-40. Пусть заложников на его борту меньше, зато, скорее всего, не придется столкнуться с серьезными мерами безопасности. Позже выяснится, преступники не ошиблись.
оставался главный вопрос – как достать оружие? Сегодня тысячи пистолетов и автоматов свободно гуляют по России. На черном рынке твердые расценки на все виды оружия. Но в начале 70-х достать даже обычный пистолет было сложно. Чтобы выйти на подпольных торговцев, нужны были связи. Оружие находилось под особым контролем милиции. Если я получал информацию о том, что у Имерека есть какой-то пистолет, автомат, вот, я его обязан был в течение суток доложить руководству и доложить план реализации по изъятию этого оружия. По изъятию этого оружия. И если это оружие, не дай бог, до того, как я его изъял, заговорило, и если есть жертвы, я нес ответственность по всей строгости закона, что я не предотвратил тяжкого преступления. Романов нашел выход. Он купил у своей знакомой охотничье ружье, отрезал ствол и приклад. Такой обрез можно было легко спрятать под пальто. Но одного обреза все же было мало. Отец Бондарева оказался охотником. У него дома хранились два ружья, и Бондарев пообещал принести их в день угона. Патроны к ружьям были снаряжены пулями «Спутник» для охоты на крупного зверя. К 1 ноября все было готово. На метро компания доехала до станции «Кировская». Здесь, в переходе на станцию «Тургеневская», находились кассы «Аэрофлота». Нужны были самые дешевые билеты. Выбор пал на рейс F-19 «Москва-Брянск». Самолет отправлялся на следующее утро из аэропорта «Быково». Регистрация пассажиров на рейс. В подмосковном аэропорту Быково шла регистрация пассажиров. Тогда фамилию и номер паспорта просто заносили в журнал. Сотрудник аэропорта привычно записал: Виктор Романов. Билет на короткий рейс F-19 до Брянска. Никто не знал, что лететь Романов собирался гораздо дальше. Под пальто у него был спрятан обрез. Объявили посадку. У выхода на летное поле стоял дежурный милиционер. Он не обратил на Романова никакого внимания. Следом прошли Жалнин, Бондарев и Никифоров. Они несли большие газетные свертки. Там были два охотничьих ружья, одноствольное и двуствольное. Да в то время у нас не было еще ни аэровокзала настоящего, ни накопителей настоящих. Григорий Воронцов, в 1973 году главный инженер аэропорта Быково. Проверки ручной клади и багажа и не проводилось, так как таких условий не было. Вместе с пассажирами угонщики поднялись по трапу в хвосте самолета. Свертки с ружьями оставили в багажном отделении, внутри салона. Такое было возможно только в Як-40. Они прошли через весь салон и заняли свои места. Романов и Жалнин впереди справа от прохода, сразу за кабиной пилотов Бондарев и Никифоров слева во втором ряду. В 10:45 самолет поднялся в воздух и взял курс на Брянск. Обычно такой полет длился 50 минут. Сидя рядом, Романов и Жалнин тихо переговаривались. Смотрели в иллюминатор, пытаясь сориентироваться. Настоящей летной карты им достать не удалось. Но чтобы не дать себя обмануть, Романов взял с собой школьный атлас. Карта два полушария. Иван Кашин, командир экипажа рейса F-19. Как они по этой карте собирались лететь в Америку? Не знаю. Два полушария. Другой у них карты не было. Романов и Жалнин разглядывали пассажиров. Пытались понять, кто из них переодетый сотрудник милиции. Они не знали, что милиционера в салоне нет. Зато одним из пассажиров оказался человек, стоящий, наверное, нескольких милиционеров. Владимир Гапоненко летел в Брянск вместе с женой Лидией и трехлетней дочерью Ларисой. Я сидел вот на этом кресле. Владимир Гапоненко, пассажир рейса F-19. В 1973 году ему было 33 года. Сидел в четвертом кресле с дочерью на руках. Отец Гапоненко служил в брянской милиции. Еще в школе Володя стал членом юношеской дружины при уголовном розыске.
На его личном счету были десятки задержанных хулиганов и карманных воров. Эта сторона биографии Владимира доставила немало беспокойства его близким. Когда я была беременна, уже должна была идти рожать, гуляли мы по набережной. Лидия Гапоненко, жена Владимира, пассажир рейса F-19. И вдруг увидели женщину, обижают там несколько пьяных мужчин. У Владимира закипала кровь при виде любого насилия. И он ринулся в эту кучу. Ну, я бегаю вокруг, потому что прекрасно понимаю, что эти полупьяные могут и нож всадить, и все что угодно. Там верещу, что «Володя, отойди, ради бога», там разъединить как-то их пытаюсь. Ну, конечно, мой крик – это был крик вопиющего в пустыне. Он разогнал этих пьяниц, женщина пошла своей дорогой. Но каково я чувствовала себя, когда я ему сказала, что «ну зачем ты это сделал? Ведь ты видишь, в каком я положении, я могу и родить на набережной». Ну, он сказал, что он не может пройти мимо этих вещей. Полет длился уже 40 минут. Подлетали к Брянску. Пора было действовать. Романов приказал Бондареву принести оружие. Тот пошел в багажное отделение, достал сверток с ружьями. Закрывшись в туалете, распаковал их, зарядил. Однако войти с оружием в салон не решился. Оставил ружья на прежнем месте, прикрыв их курткой. Тогда поднялся Жалнин. На глазах у пассажиров он пронес ружья в салон. И вдруг в этот момент я слышу возглас: «Обыщи его, у него может быть пистолет». Я встрепенулся при слове «пистолет». Вижу, справа у переднего кресла стоит высокий парень и поднимает пассажира с первого кресла, с первого правого кресла. В этом пассажире Романов подозревал переодетого милиционера. Он выхватил из-под пальто обрез и взял его на прицел. Бондарев обыскал мужчину, однако оружия у него не оказалось. Дружинник со стажем Владимир Гапоненко воспринял происходящее по-своему. Потому что эта процедура полностью соответствовала картине задержания. Но тут же мысль: стоп, а почему в самолете? Романов передал Бондареву свой обрез и взял у него двухстволку. Ему казалось, что так будет внушительней. Направив стволы на пассажиров, скомандовал: всем сидеть на местах, никому не вставать и не переговариваться. Затем направился к кабине пилотов. Он кричит: открывай! Открывай, сука! Случайно Романов задел столик с минеральной водой, стоявший в проходе. Я что услышал? Это стук. А потом услышал какой-то звук бутылок. Я попросил механика выйти разобраться, что там. Как воды не поделились, что ли. Там даже и пакетик с конфетами стоял. Бортпроводниц, как обслуживающего персонала, не было. Бортмеханик Никитин открыл дверь. На него в упор смотрел сдвоенный вороненый ствол охотничьего ружья. Я сказал, повернулся так и сказал: нападение. И вот так ружье взял, вот так отвернул его и прижал нападающего вот к этой стенке у двери, вот у этой боковой. А дверь я вот так захлопнул. Николай Никитин, бортмеханик рейса F-19. Я у него ружье почти отнял и прижал его. Видимо, я посильней был по молодости. Прижал его крепко. И он закричал из-под меня: стреляй. Владимир Жалнин направил на бортмеханика ружье, но замер в нерешительности. Сопротивление оказалось для него неожиданностью. 16-летний хулиган Вова не был готов стрелять в человека. «Стреляй!» – снова заорал Романов. И он замер какой-то момент, что даже по глазам было видно, что он вот сейчас выстрелит. Пуля пробила Никитину несколько ребер, задела печень, он рухнул на пол. Реакция Владимира Гапоненко была мгновенной. Он даже не задумался, как правильно, просто не смог оставаться сторонним наблюдателем. Передал дочь жене и вскочил в проход. Тут же слышу команду: сиди, убью. Стволы смотрят на меня. Но Гапоненко не остановился. Романов нажал на курок.
Пуля ударила Владимира Гапоненко в плечо и рикошетом ушла в обшивку самолета. В этом месте находился электронный блок. Короткое замыкание вызвало бы потери управления и катастрофу. По счастливой случайности пуля прошла мимо. Почувствовал, как хлесткий удар, знаешь, по плечу, и я ринулся на Бондарева с обрезом. Короткий обрез в замкнутом пространстве самолета был куда опаснее, чем длинные охотничьи ружья. Я схватил его за руку с обрезом и крутанул. Но в этот момент самолет качнуло, Гапоненко потерял равновесие. Романов, Жалнин и Бондарев сбили его с ног и начали избивать прикладами. Я вскочила с кресла, кричу: «Люди, помогите! Помогите!» Потому что в салоне сидели молодые мужчины. Четверо из них были работники аэропорта. Но все боялись даже пошевелиться. Пролитая кровь вела пассажиров самолета в состоянии шока. Едва начавшись, путь к мечте привел к трагедии. В считанные секунды из легкомысленных подростков они превратились в террористов. Они ранили двух человек и готовы были стрелять еще и еще. Все, кроме Никифорова. Он не только не взял оружие, но даже не встал с кресла. Тем временем командир экипажа подал на землю сигнал бедствия. На борту находится фальшразведка для аварийных ситуаций. Она, можно сказать, тайная. Первыми сигнал приняли в Брянске, где уже ждали посадки московского рейса. Но всерьез тревогу никто не воспринял. Экипаж, видимо, нечаянно нажал на фальшразведку. Она на уровне левого колена. Эдуард Медведков, пилот, в 1973-м замкомандира эскадрильи. О, говорит, медведи брянские, и летать не умеют. Однако Москва отреагировала сразу. 607-й, у вас что, нападение? Да, нападение. Что будете делать? Кашин решил посадить самолет в Брянске. Наблюдение за салоном он поручил второму пилоту Станиславу Толпекину. В это время Романов старался проникнуть в кабину пилотов. Он выстрелил в замок кабины. Но бронированная дверь не поддалась. Тогда он приставил дуло к единственному отверстию в двери – глазку обзора салона. Толпекин посмотрел в глазок, и он говорит: «Я увидел, как вороненый ствол, как у Авроры показывает по телевизору, когда смотрит». И я, говорит, поневольно пригнулся. Только пригнулся, выстрел, глазка нет, и Жекан ударяет в пульт управления правой радиостанции. Дверь в кабину не открывалась. Романов догадался стрелять сбоку, в переборку, в то место, где брони не было. Удалось. Романов ворвался в кабину. Направив на Кашина обрез, он потребовал возвращаться в Москву. А до земли оставалось совсем немного. Кашин уже видел здание аэропорта. И начал угрожать. Давайте вверх, будем стрелять пассажирам. Было понятно, свои слова преступники сдержат. И самолет развернулся, вновь набирая высоту. Бондарев и Жалнин держали пассажиров на мушке. Раненые Гапоненко и Никитин истекали кровью. Только Лидия Гапоненко осмелилась оказать им медицинскую помощь. Под рукой не было никаких перевязочных средств. Ничего не было. Ни йода, ни бинта. И мне пришлось снять с нескольких спинок кресел вот эти чехлы, разорвать их, связать между собой. Ну и наложила давящую повязку. Как смогла, затянула. Тем временем нависала новая угроза. Окрестности Москвы буквально напичканы военными объектами, полигонами и базами ракет. Для сохранения секретности гражданские полеты здесь проходят по строго ограниченным трассам. Входные коридоры, выходные коридоры, кольцевой коридор. Только в радиусе, в диаметре трассы 8 километров и не больше. Никаких отклонений. Сегодня в эпоху международного терроризма идут споры, оправдано ли введение закона об уничтожении захваченных самолетов, особенно если в нем летят пассажиры.
Во времена застоя такой самолет мог быть сбит без всякого закона. Никто и не узнал бы. Обычно какая формулировка бывает? Не справилась с управлением, упали и разбились. Цели угона военные не знали. Предполагали всякое, вплоть до взрыва ракетных баз. Поэтому с военного аэродрома под Орлом в воздух подняли истребители. Их пилоты получили приказ захваченный бандитами самолет Як-40 уничтожить. И вновь спасла случайность. Романов стал угрожать пилотам то расстрелом пассажиров, то взрывом самолета. От волнения он срывался на крик и не мог четко выразить свои требования. Я сказал, напишите на бумажке условия, я передам. Романов написал: вы даете нам 1,5 миллиона долларов, мы оставляем всех целыми и выдадим еще 2 банды, которые хотят угнать Ту-154. Прочитанная по радио, эта записка спасла всех, находившихся на борту. В отношении Ту-154 бандиты блефовали, но ставки были слишком высоки. Несколько пассажирских рейсов вернули в аэропорты. Приказ об уничтожении захваченного самолета Як-40 отменили. Захваченный самолет приземлился в московском аэропорту Внуково. Выполняя требования террористов, его поставили прямо на взлетной полосе. Аэродром оцепили войска. За самолетом организовали наблюдение. У нас на борту 26 пассажиров. Мы объявляем их заложниками. Романов требовал немедленной передачи денег. Если через 20 минут не будет денег, мы будем расстреливать пассажиров, а потом взорвем самолет. Из штаба отвечали, что сумма слишком большая, для ее сбора потребуется время. Но время требовалось для других целей. В начале 70-х не было четкого механизма реакции на подобные происшествия. Два ведомства, которые могли бы принять меры, МВД и КГБ, негласно соперничали между собой. Их руководители, председатель КГБ Юрий Андропов и министр внутренних дел Николай Щелоков, прибыли во Внуково одновременно. Вдвоем стали руководить операцией. Подразделений специального назначения в обоих ведомствах тогда еще не было. Группы захвата собирались буквально с мира по нитке. Вот для того, чтобы их собрать, это надо было собрать одного из службы дознания, другого из службы служебного собаководства, третьего с патрульно-постовой службы, с уголовного розыска. На это уходило большое количество времени. К счастью для силовиков, в те дни в столице проходил Всемирный конгресс миролюбивых сил. И для обеспечения его безопасности дежурила специальная группа. В ее состав входили оперативники из различных отделений московской милиции. Подняли в ружье, как говорится. Тревога. Михаил Ляхманов, член группы захвата. Нас посадили в машины и по направлению Ленинского проспекта проследовали в аэропорт Внуково на черных «Волгах» с сиренами. Путь занял минут 15-20. Получив деньги, Романов собирался лететь в Швецию, оттуда в Америку. Когда пассажиры поняли, что угонщики намерены эмигрировать, это вызвало переполох. Брежневская пропаганда внушала, что капиталисты советских людей ненавидят. Один мужчина даже свой комсомольский билет запрятал рядом сидящему ребенку в колготке. Он испугался, что дальше мы полетим в Скандинавию, и там как-то с нами могут расправиться. Обещанные 20 минут истекли, но денег угонщикам никто не нес. Тогда Романов сообщил по радио, что начинает расстрел пассажиров. Я попыталась обратиться к Романову, что ты делаешь, опомнись, это безумство. Но вслед последовало молчи, оскорбление, пристрелю. Но я молча заплакала, на руках у меня была дочь. Мама, а что, нас убивать будет? Прижала ее к себе, чтобы она ничего не видела. А она мне запела песню «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». «Заткни ей рот!» – в бешенстве заорал Жалнин.
у него настрой был такой, что это сгусток зла. От него исходил мат-перемат, так, угрозы. Прошло еще полчаса. Стоны раненых раздражали Романова. У него возник план избавиться от них с пользой для дела. Мы отдадим раненых в обмен на дозаправку самолета. Владимир Агапоненко и Николай Никитина в ковровой дорожке спустили на взлетную полосу. Их забрала скорая помощь. Чтобы долететь до Скандинавии, одной заправки самолета Як-40 не хватало. Договорились о дозаправке в Ленинграде. Мы отпустим половину пассажиров в обмен на половину денег. 750 тысяч долларов. Другую половину Романов рассчитывал получить в Ленинграде, где обещал выдать оставшихся заложников. Когда зашел разговор, что полетим в Ленинград, второй пилот начал поднимать бортжурнал, и чтобы рассчитать полет. Ну, я так посмотрел на него, Славик, не надо, не занимайся. Мы отсюда не вылетим. Переговоры, если даже они и не приносят успеха, ведутся вплоть до начала активных действий, так как они способствуют тщательной подготовке сил и средств для штурма, отвлекают внимание преступников. 2 ноября 1973 года переговоры тоже были лишь отвлекающим маневром. Какие слова сказали, допустим, им по рации, что ответили захватчики, это не имело значения, я думаю. Вот нужно было продемонстрировать, что в Советском Союзе такие вещи не пройдут. Если бы заложники знали, что для властей продемонстрировать было важнее, чем спасти. Ситуация была такая, что фактически самолеты тогда не выпускали, даже если захвачены заложники. Геннадий Зайцев. В 1970-х годах командир группы специального назначения «Альфа» КГБ СССР. А как бы сложилась судьба заложников там, за рубежом? А как бы сложилась судьба транспортного средства, на котором... вылетели люди за рубеж? Это тоже вопрос. Невзирая на угрозу для заложников, руководители операции решили вместо настоящих денег передать муляж, так называемую куклу. Было принято такое решение. При передаче денег преступникам, когда они откроют, так сказать, люк самолета, заклинить этот люк, и тех, кто высунется, так сказать, из этого люка, немедленно уничтожить огнем оперативной группы, вот, и штурмом взять самолет и на этом закончить, так сказать, операцию. Министры Щелоков и Андропов, наконец, поделили сферы ответственности. Денежную куклу передаст сотрудник КГБ. Захват самолета достается милиции. Оперативники с Петровки были, конечно, профессионалами, отличными стрелками, чемпионами по борьбе. Но как освобождать заложников, они не имели ни малейшего представления. Никто ранее не тренировался в этих условиях. Безусловно, для всех для них это была ситуация с листа. Вот проблема случилась, и действовать надо было. Решили послать на штурм добровольцев. Из 11 милиционеров вызвались пятеро. Михаил Ляхманов, Владимир Раков, Александр Мушкарин, Николай Капустин, Александр Попридухин. Ядром оперативно-войскового подразделения является штурмовая группа, обычно состоящая из нескольких групп захвата. Эти группы имеют при себе штурмовые лестницы, шесты, веревки с кошками и другие средства для быстрого проникновения в места, где находятся вооруженные преступники. Но в 1973 году во Внуково даже подобного снаряжения у группы захвата не было. Ну, из ограждения парапета я соорудил лестницу, а Валентин Раков с пожарного щита снял багор. Вот все наше было спецснаряжение. Члены группы захвата расположились возле переднего выхода и стали ждать. Первый. Я второй. Исходная позиция занята. С собой у них была рация, но воспользоваться ей было невозможно. Я успел только передать, меня накрыли, чтобы... Там все, любой шорох в самолете, все слышно. Александр Мушкарин, член группы захвата. Так же, как и мы слышим.
любой шорох, который происходит в салоне самолета. После приземления прошло уже 4 часа. Все это время пассажиры сидели на месте. Преступники не пускали их даже в туалет. Над ними постоянно давлял страх расправы. Приходила мысль о том, что все может закончиться очень печально. И было страшно обидно. Погибать ни за что. Нервное напряжение достигло предела. Требуемая вами сумма собрана. Деньги будут через 10 минут. Причиной задержки с началом операции был скрытый конфликт между МВД и КГБ. В последний момент люди из КГБ отказались нести денежную куклу. Опасное задание было передано сотруднику транспортной милиции. Он ушел. Начало операции положено. Прошел он метров 35-40, видимо, не больше. Вдруг началась стрельба. Началось. Но не по плану, а опять по случайности. Кто-то из членов группы захвата, устав сидеть под самолетом в неудобной позе, случайно ударился каской о фюзеляж. Угонщики решили, что это стук человека, принесшего деньги. Через некоторое время шаги там по самолету мы слышим, по самолету ходят. И открывается дверь, боковой люк. И на нас смотрит лицо неизвестного человека. Это был Саша Никифоров. Еще перед полетом он сказал Романову, что ни в кого стрелять не будет, что бы ни случилось. Романов согласился. Зато теперь именно Никифорову он приказал выглянуть первым. Не хочешь брать в руки оружие, выступи в роли мишени. Жалнин и Бондарев с оружием стояли у него за спиной. Едва открылась дверь, сержант Валентин Раков просунул в образовавшуюся щель багор. Ногами и прикладами угонщики попытались выбить его, но Раков держал багор изо всех сил. Было ощущение, если дверь закроется, уже мне казалось, что уже там их не выкуришь. Валентин Раков, член группы захвата. Была одна мысль, что не дать закрыть дверь. Испуганный Жалнин, не целясь, выстрелил вниз. Для милиционеров это стало сигналом к началу новой фазы операции. Сопротивление преступников следовало подавить. Я вышел напротив этой двери приоткрытой, как в тире, стал стрелять из табельного оружия в эту щель. Первой жертвой перестрелки оказался стоявший у входа Никифоров. Тяжело раненый, он вывалился наружу. Ставка милиционеров, не имевших опыта подобных действий, была сделана на мощную огневую поддержку. Освобождение заложников стало напоминать операцию по тотальному уничтожению. Подошел бронетранспортер, и наверху стоял пулемет. Вот он произвел очередь по самолету. Естественно, там прошибало все две стены корпуса самолета. В салоне поднялась паника. Стрельба дикая началась. Вот мы все упали на пол. Ребенок оказался... Ну, я специально ребенка под себя взяла. Одна из пуль пробила стенку кабины пилотов. За секунду до этого Иван Кашин посмотрел в форточку. Ну, и Толпейкин указал мне на это. Говорю, смотри, если бы ты не отвернулся в форточке-то, то пуль попал у тебя в голову. Я говорю, где? Ну, так смотрю, дырка. А тут в это время с этой стороны пуля пролетает. Обстрел длился всего полторы минуты. Но за это время нападавшие буквально изрешетили самолет. Позже в нем насчитают 96 пулевых пробоин. Со стороны угонщиков выстрел Жалнина будет единственным. В ужасе преступники попытались сдаться. Но остановить штурм было уже невозможно. Теперь, согласно плану операции, применили слезоточивый газ. Я зажег шашку черемуху один и забросил в щель люка.
пассажирского. Горящая шашка застряла между сиденьями. Вспыхнула синтетическая обивка кресел. К ядовитой черемухе добавился едкий дым. Пассажиры, не в силах вынести удушья, бросились наружу. Люк открылся, и оттуда у нас посыпались пассажиры. Пассажиры стали, значит, там, кого мы поймали, кого не поймали. Там, ну, там высота где-то около 2 метра была, наверное, может, чуть побольше. И пассажиры, значит, в панике стали разбегаться. Романов заорал: «Стреляйте в пассажиров, нас обманули!» Но его подельникам было не до того. Вместе со всеми они выпрыгивали на летное поле. Романов понимал, что все, его операция провалилась, и стал кричать, что я покончу с собой. Приставил ружье к темени, но выстрел пошел мимо, по касательной. Тогда он изменил направление дула и покончил с собой, выстрелив себе в рот. Тело Романова с размозженным черепом рухнуло на Лидию Гапоненко. Так как убийца повалился на меня, а подо мной лежал ребенок, я никак не могла выкарабкаться из-под него. Я подняла ребенка на руки, а через меня шагали люди. Я просила: люди, возьмите ребенка. Но все перепрыгивали через меня. Когда группа захвата проникла в самолет, там оставался только труп Романова. Угонщики смешались с пассажирами, которых милиционеры ловили и клали лицом вниз на бетон. Неожиданно один из них бросился в бегство. У нас в группе поддержки снайпер был, Беззубиков Евгений. И он его навскидку, не целясь, остановил от бегства. Позже выяснилось, это был пассажир. Находясь в состоянии аффекта, он плохо понимал, что делает. К счастью, снайпер его только ранил. Во время штурма ранили в руку еще одного пассажира. Убитых среди заложников не было. Все кончилось хорошо, по чистой случайности. Адская стрельба во время штурма самолета навсегда осталась в памяти членов семьи Гапоненко. Долгое время меня преследовал запах вот этого слезоточивого газа и запах мозгов на моей одежде. Порой мне приходилось себя брать очень сильно в ежовые рукавицы, чтобы отодвинуть эти мысли, эти воспоминания. Дочь Владимира и Лидии, Лариса, может пересказать все до мельчайших деталей. Хотя люди редко помнят себя в возрасте 3 лет. Мама меня положила на пол между сиденьями, а сама легла сверху, и мне было жутко неудобно лежать под ней. Помню, что вот когда я лежу под мамой, свистят пули так, жу-жу-жу, и я не могу понять, что это такое. Вот, как осы, звук такой, как будто жужжат осы. За проявленное мужество и высокое летное мастерство командир экипажа Иван Кашин получил звезду Героя Советского Союза. Были награждены Владимир Гапоненко и бортмеханик Николай Никитин. Все они дружат до сих пор. Второй пилот, Станислав Толпекин, умер в январе 2006 года. Дату 2 ноября 1973 года можно считать переломной. После событий во Внуково власти наконец приняли серьезные меры. Угон самолета был объявлен самостоятельным видом преступления. Везде был введен досмотр авиапассажиров. Для борьбы с террористами в КГБ и МВД создали специальные подразделения. Знание каждым членом расчета своих действий, натренированность и мгновенное реагирование на изменения обстановки, слаженность взаимодействия членов штурмовой группы гарантируют успех выполнения поставленной задачи. Операция заняла всего несколько минут. С тех пор прошли годы, но по-прежнему у нас сжимается сердце от слов «захвачены заложники». Будут ли жертвы? Погибнет ли кто-нибудь от рук бандитов или, может быть, пострадает во время штурма? Из угонщиков после операции уцелели только 2 – Бондарев и Жалнин. Милиционерам пришлось спасать их. Разъяренные пассажиры вырвали им волосы и едва не убили.
Владимира Желнина суд приговорил к 10 годам заключения. Для него это стало тяжелым испытанием. В колонии его постоянно избивали зэки. Даже их возмущало, что наделал этот пацан для того, чтобы предать родину. Желнин отсидел весь срок и вскоре после освобождения скончался. Родители Петра Бондарева использовали все свои связи и добились признания своего сына невменяемым. Его отправили в закрытую психиатрическую клинику, где он пробыл всего 6 месяцев. После этого Бондарев 30 лет прожил в полном одиночестве в небольшой московской квартире. Он умер в 2004 году. Александр Никифоров был смертельно ранен и через несколько часов скончался в больнице. В день угона его мать нашла на столе записку. «Мама и Женя, я уехал в Америку 2 ноября 1973 года. Буду писать. Если будет возможно, вышлю телеграмму еще в пути, на остановке в Варшаве или Лиссабоне, или из другого города. Все потом напишу письмом, если доеду туда». И внизу под текстом голова индейца. Такими рисунками он сопровождал все свои записи. Название группы Led Zeppelin переводится как «Свинцовый дирижабль». Но эти ребята не знали английского. Иначе они бы поняли, что свинцовый дирижабль не может летать. Летают только пули, отлитые из свинца. Да и то не в небо, а в живую мишень.